что где? Что-что? Ну что где? Какой номер? Пожалуйста, можете посмотреть. 20 80 30 372. Все в порядке, как дорога? Причина остановки. Причина остановки — просто-напросто ночное время, водители иногда бывает такое, что съезжают с дороги. Спросите у вас, как здоровье? Нормально сядь. 35 статья закона про национальную полицию, что говорит? Извините, пожалуйста, счастливого пути вам. Как еще раз ваша фамилия? Королюк Максим Анатольевич. Вы новый полицейский или протестованный? Да, новый. Вы пришли менять? Что-что? Пришли менять что-то? Конечно. Так что вы делаете? Вы знаете, что у меня только причина остановки? Как минимум вам надо было сказать, что я делаю хоть какие-то превентивные заходы. Вот как чтобы как-то себя оправдать. Да как минимум. Превентивные заходы — поинтересовался вашим здоровьем. Не, надо было сказать. Надо было сказать хотя бы, что я буду проводить превентивные заходы, хочу там типа что-то предупредить, а я вам на будущее это говорю. А вообще причин остановки такой нету, даже превентивных заходов. Хорошо, спасибо. Всего вам хорошего, счастливо. Всего хорошего.